Итак, мы знаем конкретно, что уйгуры – это тюркский народ карлукской ветви. Карлуки у нас кто? Узбеки. То есть по языковой ветви, получается, узбеки самые близкие к уйгурам. Но также есть и отдельно тюркский народ, называющий себя карлуками, хотя они говорят по-узбекски. Но это совсем другая тема. Тут мы понимаем, что уйгуры – это тюркский народ. Уйгурский каганат также является родственным уйгурам. Уйгурский каганат, естественно. Ну и карлуки, огузы также являются частью уйгуров. То есть уйгуры впитали в себя, как и другие тюркские нации, кто огузов, кто карлуков, но по языку уйгуры относятся к карлукской ветви. Казахи, узбеки и другие тюрки являются близкими родственниками, братьям уйгурам.